день, дорогие друзья! Вы на канале Соль и Перчик. Сентябрь, пора консервации, пора закруток. Хочу сегодня показать вам один из любимых рецептов салата на зиму, который уважает наша семья. Этот рецепт съедается в первую очередь. Это острый консервированный перец. Для приготовления нам понадобится... У меня здесь 2 килограмма острый и средней жгучести перец. 700 грамм лука, 4 килограмма сладкого перца, 4 больших головки чеснока. Чеснок крупный, этого достаточно. И 3 килограмма моркови. Морковь нашинкована на корейской терке. Мы будем все это сначала бланшировать в казане, потом все вместе соединять. Также нам понадобится растительное масло и по специям только соль. Салат очень вкусный. Кто любит острое, этот салат для вас. Кто не любит сильно острое, уменьшайте перец, добавляйте побольше сладкого перца. Раньше мы готовили только с острым перцем. Но подросли дети и предложили добавлять сладкий перец. От этого салат становится более мягче, вкус у него, но также остренький. Сочетание, очень интересное сочетание, очень вкусное. У кого нету возможности готовить в казане на улице, это можно сделать дома, в домашних условиях, также в казанчике. Уменьшайте порции, делайте под себя. Мы делаем довольно-таки большую порцию, потому что у нас все его очень-очень любят. Делали раньше еще больше, но это в этом сезоне это первый раз закрутка. Специально снимаем для вас, чтобы вы видели, чтобы вы попробовали, какой на самом деле вкусный этот салат. Как он греет в зимнее время. Его можно есть абсолютно совсем. Приступаем. Казан мы нагрели. Обжариваем до красноты, немножко пробланшировали. Видите, до какого состояния? Он еще живой. Его не надо пережаривать. Добавляем морковь. Морковь перемешали хорошо с луком. Закрываем крышечкой, чтобы она пропарилась. Потому что в нашем блюде морковь самая жесткая. В структуре она самая долгая приготавливается. Минут на 5 на 7. Морковь у нас протушилась. Если вдруг у вас суховатая морковь, добавьте немножко водички. Добавляю перец.
перец у нас дошел до полуготовности. Еще раз говорю, если чувствуете, что жидкости маловато, добавьте водичку. Сейчас пришло время добавлять наш бланшированный острый перец. И еще раз присолить. И даем еще потушиться минут 10. Прошло минут 7. Вот теперь можно перемешивать. Аккуратно старайтесь, чтобы перец не разрушался. Все, самое время пробовать на соль. Добавляю чеснок. Чеснок мы порезали. И еще раз перемешиваю. Аккуратно снизу вверх, чтобы не ломать структуру перца. Ой, пошел аромат необыкновенный. Чеснок сделал свое дело. Все, еще 5 минут. Готовим банки и закручиваем. Ну все, наше блюдо готово, как говорится. Я попробовала на соль. Все хватает. Банки готовы. Как мы закладываем в банки? Укладываем острый перец. Закладываем сладкий перец. Нашу морковочку. Заливаем бульоном. Очень много сока получилось. И закатываем. Стерилизовать не надо. Посмотрите. Заливайте сок до самого верха, старайтесь, чтобы он прошел во все дырочки в банке. Банки наши остыли. Получилось 14 штук. Сделаем еще попозже одну партию. Неполную мы съели. Очень вкусное получается. С ароматом дыма. Она еще не настоявшаяся была. Все было отдельно. Перец отдельно, морковка отдельно, сладкий перец отдельно. А когда вот сейчас постоит закрытое, вкусы все соединятся, очень будет вкусно. Не смотрите на то, что очень много моркови. Морковь играет свое дело здесь. Необыкновенно вкусно получается. Она съедается в первую очередь. Готовьте, наслаждайтесь едой. Готовьте легко, просто.
До новой встречи на канале Соль и Перчик. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. С удовольствием отвечу на все вопросы. Ставьте лайки, берегите себя, не болейте. До новой встречи, друзья, на канале Соль и Перчик. Пока-пока.